подхаровлю тебя. Как Simple скажет. What are you saying at these points? What input are you having? Sometimes I'm saying don't do stupid mistakes. Okay, so you feel like there's a very positive team environment despite what people want to be saying out there? Yeah, yeah. If I'm not going to be toxic, it's going to be awesome. Yeah. Chat. Guys, hello. Bye bye. Imagine. Scenario. Simple miss a shot, he gets like really mad, he gets tilted, something bad happens. And there's me at the side just holding his hand, like, Саш, бро, don't tilt him. It's okay, it's only game. Я надеюсь, это будет круто. Значит, следите за Симплом. Он начинает мошнить, потом Уджель что-то отвечает. То есть просто в какую-то шутку перевел этот момент. Видели, мне очень понравилось. Очень, вот это прям охуенно. Очень охуенно. То есть, вот мошна. Вот же Элиму отвечает шуткой, и Симпл начинает типа просто рофлить с этого. И какая у тебя роль в Нави? АВП дроппер. Привет, а с какого ты города? Вот, это круто, и такое мы наблюдали еще на фейсетах, которые вместе играли... Аэропорт, это already from the account. Которые вместе играли Джель вместе с Симплом, потому что если Симпл играл соло фейсеты, то это была просто мошна, это была там, ну, не очень хорошими вещами, не очень хорошими словами, он поносил своих тиммейтов, а тут Джель прям держит его вот в этой узде, и главное, что Джель умеет перевести все как бы в шутку, ну, типа, да, ну, разменяли меня на банане, что теперь, Симпл, все, кикнешь меня из команды, Симпл такой, а-ха-ха-ха, ладно, не кикну, вот, очень хорошая атмосфера в команде. Джель парень с большой харизмой. Да, да, и это хорошо, это то, чего не хватало, потому что я уже этот тезис вам предлагал. Вспомните последние месяцы, там, 3, 4, 5 месяцев последних вот игры Нави, когда они, например, в плей-офф мажора не вышли. Это просто очень-очень стрёмная атмосфера. Очень стрёмная атмосфера. Каждый шрамом на запястье остался.